следующая пара – это, как я уже сказал, Мартин Вальзер и Йозеф Винклер. Тоже интересные параллели мы здесь можем указать. Ну, Мартин Вальзер, как и Йозеф Винклер, это ныне живущие писатели. Они оба возрастные писатели, хотя их разделяет несколько десятилетий, но тем не менее это наши, по существу, современники, продолжающие работать и сегодня. Вальзер родился в 27-м году, Винклер в 53-м году. Вот, чтобы иметь представление о различиях возрастных. По существу Мартин Вальзер считается одним из ныне живущих классиков немецкой литературы. Им написано достаточно большое количество различных произведений. Это романистика в основном, это крупные произведения, романы самого разного плана. И, конечно, никто не ожидал, что в весьма солидном возрасте, практически в пожилом, старческом практически возрасте, Мартин Вальзер обратится к теме, которая скорее свойственна молодым творческим натурам, уж никак не возрастным, то есть к теме безусловно эротической, высокой эротики, и которая вызовет еще и весьма грандиозный скандал не только в литературной, но и в политической среде, поскольку многие персонажи, которые в этом романе озвучены и представлены, ну, в них увидели прообраз некоторых политических деятелей современного Запада и Германии в том числе. Роман называется «Биография любви». И в нем практически, ну вот тут на 600 страницах исследуется история жизни пожилой уже, в общем-то, по существу, возрастной, по крайней мере, пары, у которой сложные, так сказать, урегулированные внутрисемейные отношения, которые допускают, ну, некоторую степень сексуальной свободы в отношении между супругами, и, так сказать, они фактически открыты для, так скажем, внешних любовных проявлений. И, соответственно, вот это полный принцип полной семейной свободы приводит их к определенным внутренним трагическим деформациям в их собственных семейных, в том числе и любовных отношениях. Хотя Вальзер и говорит, что любовь, она в любом случае в этих отношениях присутствует, но есть и внутренний надлом, внутренняя трагедия, которую от этого изначального, так сказать, уговора, изначальной позиции испытывают оба члена этой семьи. Ну, а поскольку есть еще и третий член, это уже возрастная по существу дочь, которая является по существу в определенной степени инвалидом, значит, и девушка, так сказать, больна в некоторой степени душевной болезнью, то, так сказать, это накладывает дополнительный отпечаток на все события, которые происходят внутри вот этого сообщества, которое на протяжении довольно длительного периода трансформируется. И исследование вот этих любовных отношений внутри семьи и вовне ее
и является предметом, в том числе и, я бы даже отметил, сатирического в определенной степени взгляда со стороны автора Мартина Вальзера. А второй автор, значит, это тоже, я не сказал, что это, так сказать, издательство «Акт», «Люкс», Москва, 2005 год, серия «Бестселлер», «The Bestseller». И эта серия, та же самая «The Bestseller», это тоже «Акт» и «Транскнига», Москва, 2006 год. Австрийский писатель Йозеф Винклер пишет, здесь представлены два его произведения, два романа «Кладбище горьких апельсинов» и «Натура морта». «Натура морта». «Мертвая натура». По существу созвучно. То есть, если мы вполне можем сегодня говорить о том, что у Вальзера присутствуют элементы, наследованные из классического психоанализа Фрейда в исследовании семейно-любовных отношений, то у Винклера присутствует то же самое начало, тот же самый психоанализ, но касающийся несколько иной, в большей степени, сферы. Это проблемы жизни и смерти, это проблемы, связанные с церковным, религиозным отношением к проблеме смерти, жизни и смерти, и отношением человека к смерти через призму именно, так сказать, религиозного или околорелигиозного ее восприятия. Вместе с тем, здесь все это приземлено на очень глубокую, такую почвенную, крестьянскую, хоть и европейскую основу, которая по существу вот это все замешивает таким образом, что мы можем здесь увидеть и элементы какого-то, так сказать, современного, возможно, нуара, и можем увидеть и элементы, несмотря на всю, так сказать, мрачную тематику этого произведения, этих произведений, увидеть некую сатирическую плоскость. И очень сложно понять, собственно, отношение самого автора. То есть, критикует ли писатель Бога за то, что тот управляется жизнями тех персонажей, о которых он пишет, и их огромное количество здесь. Они сгруппированы в виде последовательности такой цепочки эссе, порой очень коротких, иногда подлиннее, которые рассказывают историю смерти того или иного персонажа, и всегда это ассоциировано с каким-то религиозным событием. Ну, условно говоря, девушка прыгнула с колокольни и беременная повисла, значит, на кладбище церковное, повисла, значит, ее тело на кресте. У нее рождается ребенок, который падает в вырытую ею заблаговременно могилу. То есть вот совершенно такие рвущие душу и разум картины жизни и смерти, которые имеют всегда какой-то религиозный контекст. Вот. Крайне тяжелый для восприятия литература, которая, тем не менее, имеет, вот как я уже сказал, нечто общее с произведением Вальзера именно в том ключе, что
в основе ее лежит все-таки вот вторая вот эта ипостась психоанализа, которая связывает по существу в единое целое движущие силы психической жизни человека. Это его, так сказать, сексуальное, любовное начало и его смертность, его обреченность, и отсюда и, так сказать, и преступная деятельность, и низменное проявление человеческой натуры, они выходят вот из этой стороны жизни. И вот это в какой-то степени вот тоже объединяет эти два совершенно, в общем-то, разных произведения двух немецкоязычных, так скажем, писателей, немца Мартина Вальзера и австрийца Йозефа Винклера. И далее мы переходим к, завершая вот этот обзор по немецкой литературе, и увидев, что по существу действительно у нас случайным совершенно образом сформировался такой вот парный подход к освещению исторического периода литературы немецкой 18, 19, 20 веков, связанного с авторами, имеющими фамилию, начинающуюся на букву В, вот этот парный подход мы в данном случае, я надеюсь, вам продемонстрировали и таким образом обрисовали все многообразие вот тех литературно-художественных направлений, которые имели место в немецкой литературе на протяжении почти трех векового периода. И, как я уже сказал, мы переходим к следующей группе авторов, которые, их всего трое, которые представляют уже не немецкую, а скандинавскую литературу. Вот. Это следующие писатели. Это Терей Весас, норвежский писатель. Это писатель уже ушедший, это писатель 20 века. И ныне живущие два писателя. Карл Иоганн Вальгрен. Это шведский писатель. И современная писательница Шарлотте Вайце, это писательница датская. Вот, вот буквально небольшой экскурс проведем по скандинавской литературе, по авторам, которые имеют ту же фамилию, начинающуюся на букву В. Терье Весас. Норвежский писатель, как я уже сказал, и поэт, и драматург, и романист, конечно, в первую очередь. По существу классик норвежской литературы 20 века. Он издан в серии «Мастера современной прозы». Ну, издательство то же самое, «Москва. Радуга», 1983 год. И здесь два романа и повести, рассказы. Значит, романы «Великая игра», «Птицы» и повесть «Ледяной замок». Ну, вы знаете, если вы обращались к скандинавской литературе, к скандинавской прозе 19-20 веков, то вы знаете ее, в общем-то, отличительные черты, ее особенности, особенности изображения быта скандинавских народов. Оно довольно-таки близкое по существу, особенно норвежцев и шведов. И в этом плане все произведения писателей этих скандинавов, которые
вам в той или иной степени известны, они достаточно созвучны. Они, конечно, не похожи, вот как один на другой, но они в большой степени созвучны. Причем вы можете найти даже общие черты в этих произведениях, в бытописании именно, во взрослой и в детской литературе. Да? Вот, то есть обращайтесь к Астрид Линдгрен там, или к другим детским писателям, вот, там, скажем, Сельма Лагерлёв и так далее. Вот. Или обращаетесь ли вы к, безусловно, там, взрослым писателям, там, Сигрид Унсен или какие-то другие. Заметьте, я женщин в большей степени упоминаю. Вот. Ну, безусловно, и Кнут Гамсун, и многие-многие другие. И когда вы к ним обращаетесь, вы примерно видите один общий тон, который присутствует вообще и в драматургии ибсеновской, и присутствует, безусловно, и в музыкальном творчестве. Это особый скандинавский колорит. И вот в этом плане Терье Весас — это очень яркий представитель именно вот этой скандинавской внешней фактуры, которая передает именно бытовую сторону скандинавских народов, бытовую сторону жизни, крестьянство. Крестьянство в основном. И вот эти произведения, они очень, безусловно, очень выразительны, очень интересны с познавательной, так скажем, точки зрения. Но они и, конечно, трогают читателя вот своей непосредственностью, своей таким очень тонким миром души человека Севера. Пусть даже это европейский север, скандинавский север, но души вот этого человека. И в этом смысле, значит, эти романы крайне и крайне интересны. Они начинаются с детства, там героев, как правило, вот один из героев, вот, так сказать, по имени Пер, столь распространенный, да, Пер Гюнта, вспомним, Генрика Ибсена, который, так сказать, в процессе своих, так сказать, взросления жизненного, там это все прочее, он показан на фоне вот этого совершенно уникального норвежского крестьянского быта. И вот то, что происходит, этот мир людей льда, который, так сказать, мы тоже будем об этом говорить, он перенесен вот в современную проекцию, и мы видим вот всю эту сложную, но очень открытую и простую человеческую жизнь. В этом смысле наши крестьянские писатели тоже будут, наверное, в какой-то степени созвучны произведениям скандинавов, и мы можем тоже найти много общего, если мы в этих произведениях уберем некий политический контекст, безусловно, присутствующий, идеологически связанный с колхозным движением и так далее, то мы увидим здесь вот некое общее такое начало, крестьянское начало, которое здесь есть в этой литературе. Ну а если обратимся к литературе 19 века, которая посвящена крестьянской теме, то мы тоже, конечно, найдем некие проекции.